Hyundai и Kia считают, что электромобили смогут парковаться и заряжаться сами. Компания Hyundai Motor Company и компания Kia Motors Corporation, входящая в группу Hyundai Motor Group, представили концепцию системы беспроводной зарядки электромобилей с автоматизированной парковкой, Automated Valet Parking System или AV. Предполагается, что система будет удобной для водителей, которые сталкиваются с переполненностью парковок и мест зарядки, поскольку число электромобилей неуклонно растет. По команде со смартфона электромобиль автоматически отправится на свободную беспроводную зарядную станцию. После полной зарядки он переместится на свободное парковочное место с помощью AV, освобождая зарядное устройство для других машин. По вызову водителя электромобиль самостоятельно подъедет к нему. Весь процесс выполняется путем непрерывной связи между электромобилем, парковкой, системой зарядки и водителем. Стоянка отправляет данные о местонахождении пустых парковочных мест и зарядных станций, а система зарядки обновляет статус зарядки автомобиля в режиме реального времени. КТПТ СДС и АОТО B-V8XL4G ZOHA A. Hyundai и Kia рассматривают вопрос о коммерциализации технологии после запуска автономного транспортного средства четвертого уровня, примерно в 2025 году. Полностью автономные транспортные средства Hyundai и Kia рассчитывают начать выпускать к 2030 году.